В Люберцах прошла бизнес-встреча с руководителями предприятий жилищно-коммунального комплекса. В ней приняли участие представители администрации округа, ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний. Сфера жилищно-коммунального хозяйства – одна из наиболее социально значимых отраслей, поэтому качество предоставления коммунальных услуг населению на особом контроле. Наша работа оценивается в первую очередь, конечно, жителями, но и всеми, кто в этом направлении работает, принимает участие. У нас есть рейтинги областные, есть наши внутренние, но самый главный рейтинг – это жители. Если мы вовремя не убрали дорогу или не устранили аварию, нам тут же напомнят об этом настоятельно. За круглым столом обсудили нововведения в законодательстве. Например, с 1 марта 2023 года в соответствии с жилищным кодексом собрание собственников можно проводить только при наличии актуальной базы, в которой управляющая компания ведет учет собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах. Для повышения качества услуг сфера ЖКХ должна иметь профессиональные кадры. Это одна из важных отраслей, которая отвечает за безопасность проживания граждан на территории того или иного региона. И то, какие кадры работают в наших предприятиях жилищно-коммунального комплекса, напрямую зависит от безопасности проживания граждан. Поэтому очень важно, чтобы кадры были профессиональными, чтобы они имели профильное образование. По словам Натальи Абросимовой, предприятия ЖКХ городского округа Люберцы занимают в этом вопросе лидирующие позиции в регионе. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.